Я Ора Воскресенская, и мы продолжаем нашу прогулку. Сегодня мы на выставке «Мосты». Правда, она прошла уже в Москве. Мы будем считать, что это по скрипту. Ну что, на прогулку? Эта выставка прошла, и она проходит в трех павильонах. Первый павильон, второй павильон и третий павильон. А это павильон, посвящен камню, газовому оборудованию. Бассейном.